условиях непростой экономической ситуации компания «Уралспецтранс» продолжает активно развиваться. Разрабатываются новые направления производства, проводится модернизация оборудования, вводятся в строй новые капитальные объекты производства. До конца сентября запланировано принять на работу дополнительно 100 человек производственных рабочих, что позволит перевести завод на трехсменный режим работы и увеличить до конца года объемы производимой техники в 2 раза. Вот резкий набор у нас пошел, начался как-то где-то с октября месяца. У нас было где-то 300 с чем-то человек. Да? Там, ну, чуть-чуть немного, 320, 300, еще что-то. Потом на начало года у нас было 365 человек. Потом в феврале мы немножко набрали, а сейчас у нас 441 уже. То есть уже человек 100 с прошлого октября мы набрали. Ну и перспектива еще человек 50. Если реально прикинуть, вот эти люди еще не устроены. Вот. Ну, здесь человек 20, наверное. Их надо устроить, да? То есть они прошли уже все. Они прошли все, да? Все. Медкомиссия теперь приходит к нам. Медкомиссия, мы их устраиваем. Все подписал, да? Пойдем сюда. Паспорт есть с тобой? Да. По результатам комплексной оценки эффективности работы предприятия «Уралспецтранс» за 6 месяцев 2016 года произведено и реализовано 546 единиц техники. Неизменное качество производимой техники и активное продвижение продукции обеспечило рост реализации продукции в среднем на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что касается других предприятий, да, есть предприятия, которые все ждут. Снова бюджетные заказы, это все пожарные наши предприятия. Uh-huh. Поштехника, uh-huh. Приоритет, ПТК, РМЗ и так далее. Они в основном заказы МЧСовские, бюджетные, да, они в прошлом году не почувствовали ухудшения. А мы в этом году уже, мне так кажется, почувствовали, что люди привыкли к плохому, именно частники. И начинают искать выходы из этого положения. Поэтому мы нашли такого провала, это не только про нас, такого провала приобретает, кто приобретает. Он же тоже в прошлом году все зажимался и так далее. А в этом году он просто уже к этим правилам, я говорю, привык. И уже по этим правилам начал искать варианты и так далее. И поэтому мы начали потихоньку подниматься с точки зрения объема. Ну и, естественно, сама политика самого предприятия. Это, без этого просто объемы бы затормознулись и так далее. Причем они все прекрасно понимают, что беря человек 100 на предприятие, они несут, берут на себя ответственность этих людей загрузить работы, официально их устроить, у нас все официально, и оплачивать достойно этот труд.